Сегодняшний день у нас начался с Bentley. Это автомобиль 2021 года. Очень рады, что и на такие машины мы можем ставить наши электропороги фирмы АТС. Люди нам доверяют, спасибо им огромное. Человеку посоветовали нас, скажем так, по сарафанному радио. Вот. Тоже установили пороги АТС. На Bentley они тоже очень актуальны. Машина высокая. И заходить в нее очень удобно. Пороги мы сделали, если вы заметите, с тонкой панелью. То есть панель очень тонкая, и она повторяет кузов. И поэтому при закрытии ее практически не видно. Выход панели очень хороший. Давайте мы посмотрим вот с этой стороны. У автомобиля нет штатного порога, дверь открывается полностью, поэтому выход панели очень и очень удобный. То есть вы становитесь полностью всей ногой, и заход в автомобиль стал гораздо, гораздо комфортнее. Мы закодировали блок под этот автомобиль. Все работает от штатной системы. И при открытии любой двери, соответственно, порог открывается. Также пороги управляются с приложения, как и любые пороги АТС. То есть на телефон владельца этого авто скачивается фирменное приложение АТС, и пороги с него блокируются, разблокируются, делается доступ к люку крыши, открываются оба порога. Если вы хотите добраться до крыши, не открывая дверей. Все, данный автомобиль у нас готов, мы отдаем его владельцу и продолжаем работать дальше. Всего доброго!